Я разговаривал с абхазскими лидерами в 1996 году после той войны. И говорил, открыто с ними. Говорил, имел разговор и говорил, что мне непонятен смысл вообще вашей борьбы. Как можно выйти из состава Грузии и войти в состав России? Что это за свобода? Что это за государство? Грузины — это близко, рядом. Обычаи, традиции, кавказцы. Там более понятно. А в России еще хуже. Там ничего не понятно. Там нет Бога, там нет веры, там нет никаких обычаев, никаких традиций. Там есть хозяин, там есть старший брат, который требует отказаться от своего всего, от религии, от обычаев, от традиций. Быть их марионеткой, жить так, как они хотят.